Сегодня мы с вами будем рисовать одуванчики. Очень необычным способом. Вот такой вот штучкой, которой должны были вам помочь сделать мамы, папы, бабушки, дедушки, уж не знаю кто. Будем рисовать одуванчики. Для этого мы берем тарелочку. Так как у меня бумага белая, то я беру голубую краску. У кого бумага цветная, вы берете белую краску. Белую гуашь, белую темперу, неважно что. Вот вы ее должны выдавить сюда. Считайте, что это самое. Вот. Выдавливаете побольше. Или берете гуашь, размешиваете побольше. Берете кисточку, капаете туда водичку, тоже, чтобы она... И разводите краску. Разводите, мешаете ее. Она не должна быть очень густая, она должна быть чуть жиденькая. Еще раз чуть-чуть. Вот. Разводите. Краски надо не жалеть в данном случае. То есть вы запомнили, у кого цветная бумага, белую краску точно так же разводите. Еще можно водички. Разводите, разводите. И берем вот эту наш цветочек из рулончика и макаем. Так хорошо, хорошо, хорошо его макаем, растираем. Вот так вот. Вот. И берем. И вот я делаю два одуванчика. Один и второй. Вот один я хочу сделать здесь. Опа. Так, вот надо больше краски. Видите, вот чем больше краски, тем интереснее получится. Прямо намажьте ее всю. Намажьте ее всю. И второй одуванчик вот здесь у меня будет. Вот. Видите, уже у нас два одуванчика. Кто-то хочет три делать одуванчика, сделайте еще один одуванчик. Это уже потом, как захотите. У кого-то останется краска, возьмете другой листик и сделайте другой одуванчик. Это у нас как бы контур одуванчика. Теперь мы берем наши ватные палочки. Ватные палочки же все приготовили. Берем ватные палочки. И там как получится. Держите их вот так вот. Вот так вот намазываете. Можно 2-3. Если вам тяжело, берете 1-2. Вот сколько вмещается в ручку, столько берете. Не влезает 3, берите 1. Неважно. И вот так вот мы делаем контур одуванчика. Видите, какой красивый у нас контур. Делаем контур. Вот так. И делаем вот такие вот красивые, да, одуванчики. Одуванчики у нас могут летать. Вы это знаете. Поэтому несколько одуванчиков вот там вот, семян одуванчиков, они могут улететь у нас куда-то в сторону. Так что нарисуйте несколько точечек. И возьмите, кто уже сделал одуванчики, там у нас Данила Скоростной, возьмет другие чистые ватные палочки и разведет немножечко желтенькой краской. Берем желтую красочку, потому что мы должны сделать еще центр одуванчиков. Не все так просто, как вам кажется. Берем чуть-чуть желтой красочки. Чуть-чуть.
У кого желтая бумажка, можно взять оранжевый, коричневый, потому что, чтобы она не потерялась как бы на фоне. Возьму немножко желтый, немножечко коричневый, совсем чуть-чуть. Белая у вас там уже на палитре есть, поэтому вы используйте свою белую кусочек, который у вас есть на палитре. Я разведу немножко белый. Вот это вот мы разводим все вместе. У нас такая будет краска, ну, назовем ее охра. Вот. Может быть, она у нас сильно получилась охра. Я бы еще белый добавила. Чуть-чуть совсем. Она должна быть светлой-светлой. Вот, светленькая, светленькая совсем. Берете палочки ватные опять-таки. Макаете. И делаете чуть-чуть серединку дуванчиков. Теперь мы должны нарисовать листики наших одуванчиков. Не все же так просто. Моем, моем кисточку, хорошо, хорошо. Или берем чистую, свежую, у кого какая есть. Берем зеленую краску. Выжимаем зеленую краску. Или берем из баночки с гуашью. У кого что есть. Кисточку не самую маленькую. У меня, конечно, очень большая. Вы уже там, какая у вас есть. Но вот такую тоже можно. Возьму, наверное, как у вас. У меня большая очень кисточка. Вот. Зеленую красивую краску. У одуванчика листики очень интересные. Они такие длинные, продолговатые. Мы поэтому сначала вот нарисуем вот так вот, вот так, вот так, вот так. Видите, как делаете? Вы сначала чуть-чуть нажимаете на кончик, чуть-чуть, а потом раз давите кисточку и ведете, и ведете, и ведете, и идете. Вот так вот. Вот здесь вот я хочу листик тоненько-тоненько, а потом толще-толще. И на нет. Все, у меня оборвалось, я с этой стороны вот так вот веду. Вот. Видите, что у вас, допустим, сухая кисточка. Водичку полезли, размели и опять делаете. Вот. Вот так вот. Можно еще сделать. Вы уже можно вот так вот, вот так вот, и вот листик у него раз и наклонился. И еще, конечно, у одуванчика должен быть ствол. Оп. Оп. Вот вам, собственно говоря, два прихлопа, три прихлопа, и уже одуванчики готовы. Еще не все, мы сейчас красоту еще наведем. Потому что вот эти у нас улетели в сторону. А дуванчик-то он на тоненькой ножке улетает. Он так раз, раз. Вот маленькие дуванчики улетели. И вот вы их ох, обозначили. Как будто они куда-то далеко-далеко улетели. Кто-то может еще сделать. Там у кого-то криво, вы там, мама, не критикуйте, пожалуйста. Кто там у меня критикует ребенков? Они сами знают, криво у них, ровно у вас. Это все с вашей стороны криво. А у них все хорошо. Вот. Теперь мы должны нарисовать немножко земли. Вот мы берем чуть-чуть коричневого. Кто-то хочет рисовать землю, кто-то не хочет, это уже по вашему усмотрению. Я ее вот
вот туда вмешиваю, где у меня был центр одуванчиков. Вот, немножко земли. У меня такая краска получается. Немножко я зеленой ее смешиваю. И рисую так вот землю вот такими мазками. А теперь можете еще нарисовать травку сверху земли. Тоненькую маленькую травку. Теми же ватными палочками. Вот, зеленая у нас. Вот у нас будет маленькая травка. Видите, у нас травка получается. Кто-то видит у меня листья? Вот. А дальше уже дело фантазии. Кто сколько травки хочет, кто столько листиков торчит, кто сколько одуванчиков. Это уже дело каждого. Можно здесь добавить немножко. Кто-то мне шумит-то. Теперь можно, если вам еще не надоело рисовать, можно листики сделать повеселее. Если мы зеленый смешаем с желтой, зеленая хорошо смешивается с желтой, то мы можем на листиках нарисовать солнечные лучики, солнечный свет. Вот мы берем и прямо вот так вот, так, надо беленькой добавить. Он ярче был. Вот. Раз. И вы добавили света. Раз. И вы добавили света. Все очень просто. Опа.